В знаменитом доме с ангелом теперь можно посмотреть на «Признание в любви». Выставка одесского фотографа Георгия Исаева посвящена городу и молодости самого мастера. Но сегодня, к сожалению, он больше снимать не может. Лучшие снимки видела наш корреспондент Яна Нестеренко. Георгий Исаев – знаменитый одесский фотограф. Сегодня он больше не фотографирует. Состояние здоровья не позволяет. Сейчас художник практически ничего не видит и плохо ходит. На выставке настояли друзья. Считают, коллекцию снимков из «Признания в любви» должны увидеть многие. Все это об Одессе. К остаткам этого города, моей молодости, моим друзьям, тем людям, которые шли со мной по жизни и идут до сих пор. Вот, я их люблю. И, конечно, главная любовь – это все-таки фотография как таковая. Рядом с Георгием, конечно же, всегда его жена, его муза Елена Каракина. Любимый супруг для нее, как и для самых близких друзей, просто Жора. Рассказывает, что он настоящий фотограф-романтик. Но поняла она это не сразу. Он мне не понравился, когда я с ним познакомилась. Это было порядочно давно. Это было в 1985 году. То есть, когда я его увидела, он носил бороду. Тогда это было не принято. Я вообще фотограф, богема. Но когда я увидела его фотографии на стене, то я в них влюбилась. Сначала в них, а потом уже в фотографа. Юрий – близкий друг Георгия уже 45 лет. Он подбирал, компоновал и бережно устанавливал здесь все эти фотографии. Люблю Жору, вот, поэтому откликнулся моментально на его просьбу, там, чем смог, помог там, этой выставке, там, по оформлению, по всем делам. Но это я считаю, что, как я уже тоже говорил, что на моем месте так поступил бы каждый. На открытие выставки пришло много людей. Здесь и самые близкие друзья, и обычные почитатели творчества Георгия Исаева. К слову, вход на выставку бесплатный. Зал закрыт только в субботу и воскресенье. Яна Нестеренко, Евгений Руденко, 7 канал.